К другим темам. Сохраняя письмо, в рамках окружного фестиваля родных языков в музейном центре «Наследие Чукотки» открылась выставка «У истоков создания письменности». Она рассказывает о знаковых событиях, периодах и судьбах ученых. Дмитрий Басов расскажет подробнее. «Вглубь времен». Главный музей Чукотки представил выставку «У истоков создания письменности». Ее подготовили в рамках окружного фестиваля родных языков. Десятки зрителей собрались, чтобы увидеть коллекцию уникальных артефактов ушедших эпох, посвященных созданию и развитию письменности коренных народов Чукотки. Чукотский букварь в единственном экземпляре. Эскимосский язык у нас всего 2 экземпляра. Это такие уникальные книги, которые знатоки чукотского эскимосского языка видят. Хочется открыть витрину, взять в руки, полистать, посмотреть, потому что это уже ушло в глубокую прошлую нашу жизнь. Чукотка – молодой регион, однако имеет богатую письменную историю. Замысловатые петроглифы, росписи на кости, самобытное письмо Теневиля и более знакомые современному человеку вещи – буквари, книги, дневники, написаны как на латинице, так и на кириллице. Все это представлено на выставке, которая показывает непростую историю и судьбу людей, что созидали своими силами письменность коренных народов Чукотки. В настоящее время состояние языка коренных народов Чукотки находится в уязвимом положении, спасти которое способен литературный язык. Он может запечатлеть образ мыслей и идей носителей на века. Да я пошел в школу, вообще ни одного русского слова не знал. Я только на чукотском языке. Вот. И я вырос в семье оленеводов. У деда, в общем-то, рос до школы. Вот. И вот... До сих пор я знаю в совершенстве, можно сказать, чукотский язык. Выставка привлекла внимание посетителей, и многие с энтузиазмом поднимали темы будущего родной речи. Отрадно, что сегодня молодежь проявляет интерес к чукотскому языку. Мне кажется, начался возрождение. Вот это вот люди постарше, они возрождают интерес у молодежи. Я вот узнала, что есть очень много словарей. Есть, например, учебники вот на чукотском, которые были изданы. Напомним, что окружной фестиваль родных языков будет проходить в формате мини-фестивалей по всей Чукотке до 24 сентября на площадках образовательных организаций, учреждений культуры всех муниципальных образований округа. Дмитрий Басов, Ярослав Сертун, Вести Чукотка.